рюмочках мы ходим за грибами. Первый наш сегодня поход в лес за грибами, просто на проверку. Вот. Правда, один уже грибочек нашли. Вот. Покажу. Ну-ка, Ир, покажи-ка. Белый гриб вроде бы. Да, белый гриб нашли. Вот. Беленький грибочек нашли первый. Чистый, хороший. Так что вот люди, грибочки-то начинают. Еще через пару дней и будут грибы. Все. Но только одевайте москитные костюмы, приобретайте в лес. Потому что очень комара в этом году полно. И мошки. Разлива не было те года. Их не было. А вот сейчас был разлив в этот раз, оки. И все. Помимо костюмов берите брызгалки. Помимо костюмов аэрозольные баллоны с отталкивающими средствами от комаров и мошек. Больше ничего не спасет, потому что мы сегодня уже получили прием мошек и комаров в лесу. Они облепляют нас со всех сторон. Вот. Дубы повальные. Вот, один гриб всего пока нашли. Все, идем дальше. Вот в дубовой роще. Вот такое дело наблюдаем. Кто-то покрышки сюда привез. Какой-то урод, блин. И вот такое дело наблюдаем. Ну это что за вредительство вообще уже, а? Ну уже с ума что ли посходили, блин. Ёлки-палки, а? Сколько можно говорить, а? Что это за такое? Что это за уроды такие? Это откуда, из какого-то шиномонтажа? Вот поглядите, люди добрые, что творят у нас какие-то частные компании автосервисов. Это уже очевидно видно. Вот. Привозят сюда, вот уже привезли целую кучу. Ну, вот надо же, а? Дубовые уже, дубовые все рощи уже начинают загаживать, а? Ну что это за паразиты, а? Вот уроды, блин. В общем, короче, надо с этим делом разбираться, иначе не знаю, что будет. Вот-вот. Это вообще факт налицо, что вообще уже вредительство. Уже самое что ни на есть такой старый лес дубовый, где можно вообще по-хорошему отдыхать, все прочее. Нет, на тебе, блин. Все исковеркают, все изуродуют, все побросают и все, а. Вот люди хорошие отдохнули по-хорошему, все убрали, все за собой. Вот только вот мангальчик с угольками вот. И все, и больше ничего. Вот какая чистота должна быть вообще после очередного отдыха людей в лесу. Ну, вот это я приветствую. Ну, убрали все, слава богу. В следующий раз приедут, опять посидят, все проще, все по-хорошему. Да, действительно. Ну ладно, пойдем дальше. Повал дубовых деревьев. После урагана того сильного, страшного, вот наши любимые дубы уже ломаются. Все, начинают ломаться любимые дубы. Повал дубовых рощ. Вот очередной дуб, также сваленный ураганом, подгнивший. Вот. Подгнивают дубочки-то у нас, подгнивают. Все, подгнивают дубики наши родимые, хорошие. Гляди, какой дуб-то сваленный ураганом, а? Жалко. Скоро дубов-то не останется. Скоро дубов не останется у нас. Плохо. Вот, вышли на чистое место, вернее, не на чистое, а такое открытое место. И вот дубики старые уже лежат давным-давно, которые, и вот заболоченное место, которое тоже деревья уже разлагаются, идет такой запах, вот,
Скоро тут все загниет вообще. Все загниет. И рощи наши дубовые тоже, в том числе. И будет это не знаю чего. Пропадает место, пропадает. Вот еще одно сломанное дерево. Дуб. Вот. Сломанный. Высокий, сломался, жалко. Вот сколько этому дубочку лет, интересно. Сейчас прикинем этому дубочку. Вот тут небольшая есть стайка, кучка дубочков молоденьких. Ну так, лет 8. Не меньше вот этим дубочкам. Вот так что глядите, как они будут расти еще. Сколько. Пока наберутся такой плотности своего сложения плотного, здорового. Это еще пройдет лет 30, не меньше. Вот и все. Вот. Вымирает у нас роща дубовая, все. Остальные дубики все у нас, все. Ну вот молоденькие вырастают, вот и все. Когда вырастут, не знаю. Вот после обильных дождей вылез щавелек такой, но он уже более уже такой назрелый. Вот щавелек. И вот мы сейчас решили набрать щавеля, потому что грибов нету практически, один гриб всего лишь мы нашли. И вот сейчас будем собирать щавель. Его тут очень полно. Он уже сочный, уже набрал силы. Вот, набрал уже силы. И вот мы уже щавелек этот собирать начинаем. Так что, люди, не ленитесь. Все в луга за щавелем, кто куда. Вот, так что вещь полезная, подножий корм. А как, естественно, это от Божья. Божья наша, как бы сказать, еда из земли, которая растет. Вот, будем собирать щавель сейчас. Его очень много здесь, полно. И вот практически я уже... Вон, сколько уже набрал. Скажу так, ну что, ну полсумки уже есть полиэтиленовой. Вот сейчас буду собирать. Все, сейчас наберу. Пока. Вот идем к круглому озеру. И вот что происходит. Что тут происходит именно? А вот происходит то, что... Видно наглядным примером. Какие-то уроды сидели, выпивали. Здесь бутылка из-под пива или чего ли. Из-под пива. Квас ли. Банки консервные. Кто-то, видать, консервы разогревал свои. Тушенку ли, чего ли. Вот. На этом лежачем вот дубке мы раньше... останавливались, перекусывали. И вот теперь на тебе. Какие-то паразиты тут сделали, сожгли все, напохабили, изуродовали. Ушли, не потушили. Вот, эхо твари. Вот, это натуральные дикари, которым ничего не надо. Только лишь бы нагадить, и все. И дело с рук. Вот такие вот уроды есть у нас в Дзержинске, которые ничего не потушат. Но сейчас мы займемся этим тушением. Вот. А установится жаркая погода скоро, и все, и пойдет, и заполыхает все. Вот уроды. Есть уроды. Ничего нет сущного в этих уродах. Только лишь бы нажраться, как свиньям. Набросать все. И уйти. Это паразиты. Вот и все. Ну вот тут вот кто-то сидел, видать, отдыхал. Все прочее убрали, и все. И никакого нет безобразия. Все убрали, все подобрали. И костер потушили. Вот что и надо.
было людям сделать. А там уроды просто-напросто оставили. Все, пока мы не наткнулись. Знали, что идет леший, и убежали куда-то, уроды. Ну вот, пожалуйста, еще такой столетний дуб. Здоровый столетний дуб. Весь уже расщепленный. Ураганом весь его снесло. Все, капец дубку нашему. Это вот наш любимый дуб был столетний. Вот его уже свалило ураганом. Жалко. Прям вообще. Ой. Да. Жаль, жаль, жаль. Такой дубок был. И вот все, на тебе. Ну, все понятно. Труха внутри уже. Все сгнил. Уже он стоял и ждал такой участи. И вот на тебе все. Пожалуйста. Нету такого уже дерева. Столетний дуб. Вот так вот, люди. Жаль. Жаль. Вот он мой хороший. Сейчас я с ним еще поздороваюсь. Вот. Здорово! Мой дорогой друг. Еще живой, все, живой. Вот он стоит у меня тут. Все, стережет. Богатство наше. Молодец, друг. Так и держать. Видишь, ураган-то не свалил его все-таки. Вот. Стоит, молодец. Ну и я с ним тут. Ха-ха. Ну все, пока, пока. С утра стоите? Да. Ну есть что хоть? А? Ну, подлещик прекрасный. Подлещик? Зашел все-таки? По разливчику, да? Можешь поглядеть? Поинтересоваться-то. Ну-ка. Опа. О! Рыбка. О! Улов. Хороший. Ну и все. Уже есть что-то. Нормально. А на что ловим? На червя? Угу. А вы, молодой человек, поймали что? Ну, парочку. Поймали? Где? Хорошенькие? Ну так, средненькие. Больше ладошечки есть, наверное, да? Балахтаются. Ну, в темноте-то их не видно тут. Ну, есть, вон, гляжу, горб торчит. Хороший. Отлично. Угу. Угу. А вы, значит, тоже на червя? Тоже на червячка, да. Тоже на червячка. Ясно. Перловочка. А? Перловка. Это на прикормку. Ну, это на прикормку. Ну, комарья вообще, да? Комаров может. Вообще полно. Мы вот идем вот из лесу. Там вообще дубак от комаров. С ума сойти. На глухую ловите, да? Гляжу еще. На глухую, да. Ага. Ясно. Процесс идет. Процесс идет. Ага. Это карась, да? Карась. Ага, карась, гляй-ка. Ух, какой. Нормально. А там у тебя что, еще лещ или что? Нет, карасей. А, карась, карась, а крупнее, крупнее есть? Так, сейчас посмотрим. Они вот все стандартные. Ага, ага. Ну, что, хорошо, отлично. Хорошо. Вообще, грамм по 250, по 300, да? Где-то так. Ага, ага. О. Вот поменьше, наверное. Ага. Ну, молодец, гляй-ка. Отлично. Ну, ладно. Всего успехов вам хорошего. Ни хвоста, ни чешуи. Поймали? Да. А? Подлещик? Карась. А, карасик? Ясно. Глядик как. Удачно. Можешь поглядеть, а?
с вашего позволения, съемочку такую небольшую. Ага, дяденька. Ну, все, с успехом у вас. Первый, да? А, подлещик тоже еще? А, у вас чему? Вон, подлещичек. Ну, все равно сегодня что-то гляжу, вон, ловит. Все равно, неплохо. Ну и все, годится. Тоже на червячка? Угу. Ну ладно, удачи. Нажимай. А там собачка сидит. Все. Сегодня мы побывали в окрестностях города Дзержинска. На природу выбрались очередной раз. Вот. Ну что увидели? Беспорядок в лесу. Ураган тут натворил делов, конечно, немерено. Вот. Ну и так, пособирали щавелька немножко, вот, на пироги. А сейчас идем домой. Всем пока-пока.